Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. В этом видео я попробую выиграть в казино Феликса Шульца, эсминчик 9 уровня новой ветки. На это дело я отжалел 15 тысяч дублонов. Честно говоря, лично мне и этого жалко на эсминец, который скоро можно будет получить бесплатно и который на первый взгляд не очень-то впечатляет. Но для пользы дела решил попробовать, чтобы потом запилить видосик с обзором Шульца. Итак, преисполнившись надежд, начинаем. С оптимизмом смотрим в будущее, невзирая на первые неудачные лоты. Если еще не выпало, то ближе к концу точно повезет. Да, не сезон, подумал Штирлиц и сел в сугроб. За нужных 15 тысяч дублонов накупили кучку каких-то не особо нужных вещей. Но зато, с учетом заработанной в игре 1000 немецких жетонов, у нас набралось на немецкую семерку. Это, конечно, не девятка, но наверняка ее тоже будет интересно изучить, чем мы скоро и займемся. А обзор Шульца, если он вам интересен, походу придется записывать с пресс-аккаунта. Напишите в комментариях, интересен ли вам обзор этого корабля. Ну ничего, зато погода сегодня хорошая. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Супер Джедай.